Чемпионат Max Power Cars проводится уже на протяжении 8 лет. Любительские гонки проходят в России на 5 трассах. Сочи автодром в этом сезоне стал новым местом для участников этого соревнования. Перед тем, как выйти на трассу, участники двух турниров должны пройти регистрацию. Во время технической инспекции машины разделили на 7 классов по мощности. Вообще в гран-при может участвовать владелец любой марки авто, в которой есть ремни безопасности, ближний свет и пожарный баллон. Мы инструктируем наших участников, и они выезжают на трассу. Полдня они тренируются, так называемые свободные сессии. Люди просто выезжают 15-минутные сессии на трек и смотрят на свои времена. Главная задача – побороть себя, показать лучшее время круга. После обеда дается 3 зачетные попытки по одному боевому кругу в каждой. 3 зачетные попытки по результатам – лучший круг. Заезды в серии любительского чемпионата Max Power Cars сегодня были тренировочными. А вот пилоты Porsche Club Car старались показать лучшее время круга. Завтра пройдут зачетные попытки в классах Touring, GT3, 2 и 1, Turbo Stock, Turbo Pro и Unlimited. По итогам заездов будут определены призеры и победители. Гран-при Сочи пройдет в закрытом режиме.